здесь есть на Красной Поляне, прямо на въезде, приятный бонус. Чего мы только не насмотрелись сегодня. Этот бонус — бесплатный туалет. Сзади лучше к ним не подходить. Вы только посмотрите на эти брачные игры. Об этом можно только мечтать. За голову и за попу трогать сказали не надо. Ой, прикольно. Друзья, канал «Билет Мечту» рад приветствовать вас с горнолыжного курорта города Сочи. И сезон катания продолжается, хотя наступила уже настоящая прям весна. Весна? Ты где? Весна? А, вот она где. Солнце пригревать, мне хочется. Друзья, мы далеко с Олей не горнолыжники и катались на лыжах, ну, наверное, последний раз в школе на уроке физкультуры. Но сюда можно приезжать не только за этим, честное слово. Мы сегодня пойдем к одним милашным созданиям. Да, есть такое замечательное место на Красной Поляне. И я сейчас даже дам вам подсказку, наколку. Они к нам сюда приехали из Перу. А кто ну же вот, они такие? Проговорился, перуанцы, короче. Что ли? Здесь мы на этом месте долго рассусоливать не будем. Быстренько пробежимся и отправляемся дальше. Как вы уже поняли, мы начали наш выпуск на Красной Поляне с видами на красивые отели, на детскую площадку, да, на кабинки, которые стремительно поднимаются вверх с горнолыжниками. Ну и эти макушки гор с этой стороны, они не заснеженные, но если повернуть камеру, друзья, в сторону реки Мзынта, кстати, какие здесь чудесные виды, то, скорее всего, солнышко, конечно, нам засветит эти макушки, но виды, я вам прямо скажу, просто потрясающие. Оля, а что это вообще за Красная Поляна и с чем ее едят? Что здесь вообще еще есть? Красная Поляна – это не только курорт, это большой отдельный кластер, который включает в себе несколько курортов. Это «Газпром», «Роза Хутор», «Альпика Сервис». То есть горнолыжных курортов, да? Да, все это горнолыжные курорты. Но все это объединяет один большой кластер, который можно назвать «Красная Поляна». Ну что, давайте двинем куда-нибудь в сторону нашего автомобиля. Мы его бросили где-то возле дороги. Я надеюсь, его еще не увезли куда-нибудь на штрафплощадку. Как мы уже сказали, рядом с канаткой детская площадка, мягкий коврик, чтобы дети не зашиблись, так сказать, катаясь с горочек. Чудесная атмосфера сегодня, погода, природа нам подарила замечательный день, поэтому мы решили, зачем сидеть дома, двинем, да, и посмотрим что-нибудь интересное, покажем вам, и я надеюсь, у нас это получится сегодня сделать. Кстати, я думала, что будет на канатку большая очередь лыжников, но очереди нету. Сейчас покажем, да, сейчас покажем, мы были удивлены. Хотя, смотрите, сколько любителей покататься с лыжами. Вы только посмотрите на их ноги. Посмотрите на эти ботинки мощные. Очередей на подъемнике нет. Ну и, кстати, очередей в кассы тоже нет. Здесь есть прейскурант цен, да, как на скипасы. Они здесь однодневные, многодневные. Также есть и прогулочные билеты. Друзья, сейчас время не будем здесь терять. Эти все актуальные данные есть в интернете. Да? Так что набирайте «Красная Поляна», «Роза Хутор», и все цены будут актуальные уже у вас. У нас, наверное, сейчас градусов 14-15, и мы с Олей даже позволили себе снять куртки. И примерно в метрах так 30-40 от кассы, друзья, здесь есть на Красной Поляне, прямо на въезде, приятный бонус. Этот бонус — бесплатный туалет. Знаете, друзья, это не смешно, это немаловажно, тем более расстояния большие. Он здесь уютный, большой, чистый, огромный, да, чистый. Так что имейте в виду, пользуйтесь на здоровье. Смотрите, все кафе, все мини-маркеты по эту сторону дороги, все прокаты, конечно же, работают на сегодняшний день. И, двигаясь к машине, хочу еще раз показать вам эти чудесные виды на заснеженные макушки. Вчера мы с Олей мониторили стоимость на проживание здесь, на отеле, на Красной Поляне. Да, хотели приехать сюда с ночевой, но цены, ребята, нас шокируют. В общем, и узнав стоимость, мы, конечно, перехотели ехать с ночевой и решили, что отправимся одним днем, как на экскурсию, что мы и сделали сегодня. Ну а чтобы добраться до Красной Поляны, конечно же, есть очень много способов. Первый из них – это прийти сюда пешком.
Шучу, друзья. Но это тоже можно сделать, если вы какой-нибудь марафонец. Можно на велосипеде, на мотоцикле. Благо, погода сейчас позволяет. Можно приехать на своем автомобиле, на такси, на каршеринге, на автобусе, в конце концов. Ну а чтобы, Оля, пошли потихонечку, ну а чтобы сэкономить нервы и время, я думаю, лучше приезжать на электричке. Конечно, вы будете привязаны к общественному транспорту, да, к расписанию, но, как мы уже сказали, сэкономите себе время. Мы же приехали на своем автомобиле, и почему мы это делаем? Потому что мы любим самостоятельные путешествия и любим останавливаться в различных местах, любоваться видами, да, любоваться дорогой. Ну а какая здесь дорога? Я сейчас вставлю, наверное, какой-нибудь кусочек. Это же просто волшебство. Сюда можно ехать только даже из одной дороги. Следующая наша остановка – Олимпийская деревня. Вернее, парковка, которую мы нашли и припарковали здесь свой автомобиль. Но виды, смотрите, какие виды нас здесь окружают. Мы, кстати, поднялись на высоту 1100. И справедливости ради, да, Оля, надо сказать, что мы здесь нечастые гости, друзья. Да. Поэтому сюда мы добирались, вот прям реально, как вы, кто первый раз, второй раз приехал, по картам, ребят. Мы добрались сюда по картам и даже умудрились здесь заплутать. Но ничего. Да-да-да, вернулись. В общем, машину паркуем, смотрите, Роза Хутор, Олимпийская деревня, и топаем пешком к нашему месту, к которому мы приехали сюда. Смотрите, мы прошли пешком, минуя эти шлагбаумы, через здание, там просканировали наши рюкзаки, и сюда можно заезжать на своем автомобиле, но здесь бесплатно можно находиться в течение часа. Ну а далее уже будет оплата по прейскуранту. Мы же двигаем с Олей пешочком дальше, навстречу нашим приключениям. И смотрите, какие кучи снега здесь, какие же красивые домики. По-европейски многие говорят, здесь все. Но и нам сейчас сказали, надо минут 15 идти пешком до берлоги. Оля, ты знаешь, что такое берлога? Сейчас пойдем узнаем. В общем, нам надо идти до берлоги медведя. Ну а там уже, видимо, мы найдем транспорт, чтобы доехать до места нашего пребывания. Проходим отель «Приют панды». Смотрите, какие симпатичные балконы под дерево. И рядом, похоже, отель 28. Насколько я знаю, в этом отеле принимают животными, в отличие от приюта панды. Смотрите, то и дело между корпусов этих отелей появляются заснеженные макушки гор. Ну и здесь они, по большому счету, все примерно в одном стиле. Оля, ты заметила? Просто фасад балконов немножко один цвет отличается от другого, но в большинстве своем они примерно одинаковые. Но выглядят, конечно, классно, я хочу сказать, здорово. Смотрите, какая подсветочка. Я думаю, вечером такая задумка. Здесь
Да, вечером здесь тоже красиво. Да, конечно же, задумка, чтобы все было, да, в одном стиле. И я думаю, это правильное решение. Мы с Олей поднялись еще выше и оказались прям рядом с одним из горнолыжных склонов. Смотрите, ребята прям доезжают оттуда сверху. Именно сюда, можно сказать, прям к своему отелю можно приехать. Но подниматься, конечно же, надо вверх на канатки. И смотрите, с какими видами многие сидят, отдыхают. Так проводят время на солнышке. Кстати, снег сейчас немного рыхлый. Потому как очень тепло сегодня, но не сказка ли, друзья? И еще чуть выше, и мы оказались на небольшой площади. И здесь также все красиво, все в том же стиле. Здесь есть кафе, рестораны, также позади них спуск горнолыжный, где катаются ребята. Есть детская площадка, мягкий пол. В общем, здесь суши, Папа Джонс пиццерия, ну и много всяких вкусняшек. Кстати, запахи здесь уже довольно-таки вкусные. Время обеда, но у нас пока нет на это время. Поднялись еще выше с Олей и оказались возле канатной дороги. Олимпийская деревня, Олимпийская горная деревня. Когда вы поднимаетесь снизу, да, на Роза Хутор, то первая станция именно здесь. 1100 метров, как Оля и говорила. Посмотрите, сколько много юных горнолыжников. Они здесь тренируются, учатся. Вообще здесь очень много ребятишек. Инструктором, я считаю, надо брать, если приезжаете впервые. Да, несмотря на то, что это не дешево, но лучше, наверное, инструктора брать. Также левее есть Родельбан, и он работает на сегодняшний день. Ну а нам надо отыскать нашу берлогу. Олимпийские кольца на фоне красивейших гор, где можно, конечно же, сделать фотографию. Здесь также делают маленькие, да, фотографии, я их называю пробники. Да, можно распечатать и большую стоимость. Но это уже будет за денежку, да. Узнавать прейскурант можно здесь. Немного полезной информации еще, друзья, если вы соберетесь к этим милым созданиям, которым сейчас отправляемся мы. Если вы пешком на канатной дороге Олимпия, поднимайтесь до горной Олимпийской деревни, как мы и сказали. И именно здесь можно спуститься вниз по ступенькам. Смотрите, внизу создалась небольшая очередь, можно сказать, толпа людей из человек 20. Там же стоит сейчас и Оля. И именно отсюда забирают автобусы и везут вас в этот парк. Так что мы сейчас ждем автобус. Это бесплатный шаттл. И на нем уже отправимся вместе с вами. Сейчас выйдут те, кто уже посетили этот парк. Ну а мы, я так предполагаю, Оля, наверное, вот этот автобус. Автобус не поместимся, будем ждать следующего. Но они ходят каждый 15 минут. Смотри, он даже пёсель ездил туда. Хотя говорят, с собачками, вообще с животными со своими туда нельзя. Ты смотри, может быть, мы и войдем, может, мы где-нибудь постоим в проходе. Итак, автобус нас привез в парк Альпак. Он называется Пачамама. И здесь, прямо на входе, есть вот такая симпатичная сфера с красными дверями. Оля, да, что это за сфера вообще? Здесь мы приобрели входные билеты. Вот, кстати, нам вот такие бейджики повешали. Это называется, да, то входной есть билет. Мы оплатили по карте, ребят. Это здесь можно сделать. Да. И нам вместо билетов дали вот такие для входные билеты. Взрослого цена стоит 1200 рублей. До 3 лет дети бесплатно. Если с 3 до 14 лет ребенку, значит, билет стоит 900 рублей. Ну и вы должны понимать, что покупая билет, вы приобретаете здесь еще и экскурсию. Да, экскурсию правильно? Проводят экскурсию, гиды, которая с вами будет гид в течение часа. И еще вы приобретаете морковку. Да-да, друзья, да, сюда нельзя морковку покормить. Да, животных. Покормить этих милых альпаков. Вы, конечно же, поняли, да, что мы приехали в альпака-парк. Я еще раз повторюсь, к милым-милым созданиям. И у нас просто супер настроение, рот до ушей. Да, эмоции нас переполняют, мы уже ждем познакомиться с ними. Но здесь не только альпаки, здесь есть да-да-да, но мы об этом еще расскажем чуть попозже. И смотрите, с одного из выходов можно посидеть на замечательных стульчиках, есть пледы. Ну и виды, конечно, отсюда просто божественные. И я уже вижу этих милых созданий. У меня аж язык путается.
во рту, смотрите, с шикарными видами на горы, да, еще и любуешься этими животными. Как же классно. Небольшие группы, да, я смотрю, всем хватает места. Здорово, я прям уже в предвкушении, в ожидании. Такой контактный зоопарк, там можно с ними пообниматься, поцеловаться, пофотографироваться и покормить. Ну ладно, ладно, ты все сразу не рассказывай. А еще здесь есть кафе. Пойдем, Юра, покажем. Вот в таком стиле сделано это кафе. Здесь на входе есть умывальники, есть туалет. И говорят, что там неплохая перуанская кухня. Ну, во всяком случае, говорят, что перуанская пицца, если она там перуанская, очень вкусная. И, кстати, я слышал, что если ты приезжаешь сюда втроем, да, Оля, да, сейчас есть какие-то акции, да. Акции, да, на сегодняшний день. Если приобретаете 3 билета взрослых, то да, вам в подарок перуанская пицца. О, как, так, друзья. Ребята, так что приезжайте сюда втроем. И я бы, честно говоря, тоже бы отведал этой перуанской пиццы, но нас, к сожалению, всего лишь двое. На халяву ее съесть не получится. А мы путешествовать стараемся бюджетно, во всяком случае, сегодня. И что я хочу сказать, что мы очень много времени, друзья, потеряли в дороге. То есть мы выехали, еще не было 9 утра, а сюда мы попали в 2 часа дня. А все почему? Да потому что надо раньше выезжать, просто выезжать раньше. Это мы себе намотали на ус, поэтому дорога, как мы сказали, занимает очень много времени. Закладывайте это в свои путешествия. Если отпить, животное могло просто от этого погибнуть. Даже местные сочинские травы, 50% этих трав, они для них просто ядовитые. Так что постарайтесь их ничем не кормить. Если у ребенка есть в кармане конфетка, лучше подальше прячьте. На свои телефоны можно, конечно, будет снимать, только... А когда вы достаете телефон из кармана, надеюсь, у вас следом не посыпется куча бумажек, всяких чеков, пропусков, потому что животное либо это растопчет, либо пытается попробовать на вкус, заболеет. Желудок просто забьется, животное может просто погибнуть. А что касается непосредственно общения с животными. Альпакам не совсем нравится, когда вы их макушки трогаете. Альпака это может воспринять как угрозу, как некую доминанту даже над ней. Вы вообще сюда пришли к ним не для того, чтобы их бедных, несчастных закормить, а просто подманить альпаку. Это тут называется любовь за морковь. Наши животные, честно говоря, меркантильные. Нет, лакомство, говорит, руки свои даже не распускайте. Все она накидывается и пытается все это слопать сразу, она может просто подавиться, потому что альпак от природы отсутствует передний и верхний ряд зубов. Как в топку, им не надо, конечно, закидывать, если вам попадается большой слайс морковки. Пополам можете разорвать, будет экономичнее вам. И даете животному лакомство, крепко держите за краешек морковочку, и животное вас выкусывает, и потом отпускаете бережнее, ваши ручки спускаются по этих воротничок, шейку, спинку, кроме попы. Такие моменты, потому что альпаки легаются. Ни в коем случае не трогаем попу альпаки, ни хвостика, вот все, что ниже поясницы. Когда самка альпаки, она в положении, то есть, вот, смотрите, через, после того, как она родила, через 2 недели она готова опять спариваться. Эти животные могут круглый год этими вещами заниматься. А самцы в дикой природе себе даже гаремы заводят, даже до 100 девочек себе заводят. Вот так вот. Но они довольно-таки жестко реагируют. Но они... говоришь, это ненормально. Мы прошли инструктаж и отправляемся в вольер к этим милым созданием. Ребята открыли вольер. И вы посмотрите на этих милах. И у них любовь за морковь. Да-да, вот ребята, вот, кстати, у них любовь только за морковь. Вот так вот крепко смотрите, держите кусочек. Он аккуратненько. Без морковки, без морковки. Без морковки вы им не интересны. Особо, особо мы им не интересны. Я раздаю морковочку, да, держите. Если ребенок маленький, я, естественно, дам лучше взрослому человеку. Спасибо, спасибо. Ребята, 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 смотрите, только я получил морковку и уже один из милах уже подошел ко мне, смотрите, как он. Нет, смотри, что-то не нравится, что-то не то, видимо, я откусил ее напополам, а он обиделся, он, наверное, скажет, ты что это на мне сэкономил? Да, ребят, видите, любовь только за морковь, просто так не погладишь, то есть надо их приманивать. Смотрите, одной рукой даете, Оля, а второй гладь. Ай, молодец какой, смотрите. Ай, какой милах. Я знал, какой он мягкий. И, кстати, с их шерсти делают одежду. Смотрите, они сами вокруг нас всех крутятся, подходят, видят морковку. Это просто какое-то волшебство. Да, селфи сделать, это надо прям, Оля, прям к щеке морковку, допустим, и сфотографироваться. Да, вот как-то вот так, друзья, смотрите, чтобы сделать красивую фотографию, по-другому не получится. По-другому, если у вас нет морковки, он просто уйдет в сторону, вот он видит, что у меня есть морковка, видите, и с удовольствием идет ко мне, даже догоняет меня.
И что по поводу туалета, друзья? Куда альпаки ходят в туалет? Вот здесь туалет прямо посередине. Вот там есть темное место. И этот туалет определяет именно самец. Куда самец ходил в туалет, туда же ходят все эти милые животные. Занимают порой очередь и идут именно туда. Как же мило. Это просто какая-то альпакотерапия, ребята. Просто у меня нет слов. Оля, я смотрю, они не покидают тебя. Со всех сторон прям налетают. Это какой-то космос. Да, сейчас и на телефон. Я не могу на камеру насниматься. Как же здорово. Какие они действительно мягкие. Да, это просто шерсть. Это просто какое-то золотое руно, друзья, считается. Смотрите, можно даже попробовать сделать поцелуйчик с этим милым животным. Он уже ждет. Ай, ты хороший. Давай еще попробуем. Считает их шерсть водоотталкивающей. Гипоаллергенная. Да, шерсть у них гипоаллергенная. Слушай, реально, вообще, красавчики. Или она. Мягкие на ощупь, ребята, это просто какое-то чудо. А эти стрижки, друзья, это прям фантазия местных работников, говорят. Вот они все вместе фантазируют. Кстати, вот этот чуть не легнул малыша, так что надо аккуратно, надо аккуратно. Смотрите. Ай, вот так вот. Сзади лучше к ним не подходить. Одной рукой кормим, да, второй рукой гладим. И за голову, и за попу трогать, сказали, не надо. Это может легнуть, ребят. Так что со стороны попки не подходите. Оля включает телефон. Я сейчас выключу камеру, ребят. Просто не знаю, за что хвататься. Надо снять что-то для вас и в Телеграм. Смотрите, этого самца в этом вольере зовут Уна. И этот Уна, он россиянин, он не из Перу, он родился в Воронеже, его привезли сюда малышом, воспитали, и он, говорят, воспринимает нас весь, как своих родителей, как альпаков, то есть он вырос среди людей, и он очень такой общительный товарищ. Еще один поцелуйчик. Ой, прикольно. Что-что, а целоваться за морковку они, конечно же, любят. Такой прям ажиотаж вокруг них. Я хочу, чтобы Юра меня сфотографировал. Подожди, милаха. Все, выключаю камеру. Эта беленькая альпака прям преследует Олю по пятам, увидев у нее морковку. И тут же подошел Уна, смотри, и она сразу отбежала. Ребята! Выключайте телевизор, убирайте детей быстрее! Альпаки делают маленьких альпаков. Вот это тот самый самец Уна. Видите, чем он занимается, что он творит. Но я хочу сказать, что нам, друзья, даже повезло увидеть такое. Когда вы еще увидите, как размножаются альпаки в природе, можно так сказать. Вот это моя девочка. Вы только посмотрите на эти брачные игры. Один отогнал другого, занял его место и говорит, все, отдыхай. Кто первый, того и тапки. Вот такие вот они, милые. Ох, чего мы только не насмотрелись сегодня. Это ж надо, какая здоровская экскурсия у нас получилась. Все, Уна у нас на стрессе, потому что ему, у него отобрали, видите, он рот свой открыл от недовольства, от возмущения. Почему бы не я теперь? Оля, двигаемся дальше. Друзья, мы здесь пробыли примерно 20 минут, и нас зовут в следующее место. Перемещаемся, потому как здесь не только альпаки, и мы будем смотреть не только их. Здесь несколько вольеров, мы с вами были в том, рядом вольер, здесь также примерно 7-8 альпаков, и в каждом таком вольере есть самец, да? Самец или альфа-самец, который, так сказать, разруливает всю ситуацию. В следующем вольере живут французские бараны. Но это не те бараны, про которых вы сейчас подумали. Пока мы с Олей любовались альпаками и немного прослушали инструктаж, ну, в принципе, здесь, я думаю, ничего сложного. Французские бараны – это вид вот этих кроликов.
Смотрите, какие огромные, их называют, мясистые. Потому что у них уши достигают вырастают размером до 45 сантиметров. И начинают, а может быть, и больше. Как да. Барашка про уши. Так что вот такая порода. Смотрите, какие милахи. Как он хрумает морковку Оли из рук. Просто лопатуны какие-то. Крупные, да, крупные, мягенькие. А если верить интернету и гиду, то этих кроликов, именно эту породу, начали разводить в 1850 году. Очень-очень давно. Еще парочка. Особо мне нравится вот такого пепельного цвета. Ну, кстати, вот этот тоже красавчик. Вот такой небольшой вольер, и кролики здесь живут, можно назвать эти домики юртами, или бы я их назвал даже глэмпинг. Жизнь, так сказать, на курорте, еще и с комфортом, Оля. Эй, дружище. Ты не голодный, вон у него лежит морковка. Ты смотри, да, этот уже заелся, уже неизвестно какая группа туристов сегодня приехала, поэтому они, в принципе, здесь не голодают, друзья. Ну и, конечно же, после альпаков, кролики, конечно, классно, но альпаки это, конечно, нечто. Вот именно к альпакам, ну и вообще на эту экскурсию я прям рекомендую всем обязательно приехать. Это прям реальная терапия с животными. Просто посидеть, посмотреть, угостить морковочкой вот так. Ну, смотрите, как мило. Кролики, они едят без меры, поэтому их надо кормить дозированно, говорят. Потому что они могут даже лопнуть от этой морковки. Что, Оля, сделать фоточку? Да, сфотографируйте мне, пожалуйста. Маленьких козлят, пожалуйста, ничем не кормите, потому что они у нас на диете сидят. Их даже в свое время закрывали в домик, чтобы они ну, лишнюю просто переели, животики начали вздуваться. Вот, маленьких не кормим. Козлята, ну, я там, когда зайдем, расскажу, что ли, за козлята и за овечки. Взрослых можно будет овечки покормить. Маленький козлят ни в коем случае не кормим. Хоть как бы они ни пытались у вас все это отобрать. Небольшой инструктаж. Есть здесь один матерый козел, как мы поняли из инструкции, так сказать. Смотрите на этого малыша. Какой милый. Вот Степа сюда вот пытается лбом вас долбануть, чтобы отобрать свою морковочку. Ему даже рожки пришлось подпилить, потому что они на кадыке замыкались. Так вот растут у него. Эту породу больше называют овцекозы, потому что рожка как у козы и как у овечки. Вот она на козу похожа, да, Глашенька. Да. Эта порода называется овечки Святого Якова. Примерно 3000 лет назад эту породу обнаружили на Ближнем Востоке. Уже спустя тысячелетия, когда привезли их в Европу как декоративных, поняли уникальность шерсти. Животное, казалось бы, обитая в пустынных местностях, поедая сухую травку, имеет такую шерсть, которая вот мягенькая у них. Она используется в мире высокой моды, сфер дорогие ткани, фэшн-индустрия. Вот. Вот это же что другая, кстати, почему они четырехрогие? Ученые ссылаются к тому, что это мутация в геноме. Простая биология, собственно. От кого наша Глашенька, возможно, беременна? От своего брата. Смешение крови вызывает мутацию. Что вот это за большая порода овец, тоже крупная, больше их называют овца без лица. Ну, видите, мордочка, где у него глаза там, непонятно, вот где-то челюсть там у него. Валлийская порода овец, которая была впервые обнаружена в свое время на лугах Швейцарии, поедая сочную травку, тем не менее шерсть более грубая, она в основном используется для плетения ковров. Он за морковочкой подошел просто. Опа, вы только посмотрите, надо с ними, я думаю, быть аккуратными, потому как четыре рога, ребят, это дело серьезное. Ох, какой красавец, какие могучие рога. Ух ты, Оля, ты Степана кормишь? Ты смотри, он даже ножкой тебе говорит, давай еще. Степану Оля понравилось. Вернее, понравилась морковка. А эта милая троица пригрелась здесь в соломе. Лежат здесь, что-то чавкают. О, я извиняюсь, конечно, я тут просто мимо шел. А то, может, заревновал. Кто его знает? Короче, надо аккуратно, ребята, быть. Пошел я гулять. Ноги, да, уношу отсюда. Извини, братан, да. Ну, так получилось. Смотрите, они пришли к двери вольера нас проводить. Но, конечно, Степан здесь просто герой. Смотрите, какой у него хвост. И, кстати, у них собирают шерсти примерно до 5 килограмм в год с одной такой овцы. Ну, я думаю, со Степана будет 10, точно. Друзья, мы, ребята, простые, непривередливые,
И чтобы сэкономить в наших путешествиях, каких-то поездках, если есть возможность и время, то мы берем с собой иногда перекус. Также сделали мы и сегодня вкусные блинчики, кофеек. И вот так вот в этих хороших, да, Оля? Креслах, с пледами. Удобных, с пледиком. И с видами. Смотрите, с какими видами на этих милых альпаков мы пьем кофеек. На эти замечательные горы. Ну, не и сказка ли, друзья? Об этом можно только мечтать. Но можно и не мечтать. Можно просто собраться и приехать сюда. Тем более, если вы живете в Сочи или где-то здесь рядом. По завершению экскурсии можно вернуться в эту сферу и приобрести себе какие-нибудь сувениры. Их здесь, ребят, действительно много, очень много маленьких альпаков, альпаков побольше. Здесь, кстати, можно купить даже изделия из шерсти альпаков. Правильно я говорю, девушка? Правильно. Вот видите, я не вру. Так что, если будет желание, можно приобрести сувениры, ну и какие-то вещи. Альпаки вам за это скажут огромное спасибо. А еще, Оля, что я узнал? Что? Можно взять альпаку в опеку. А, точно. Друзья, здесь есть несколько пакетов. Один из них стоит 100 тысяч в год, второй стоит 200 тысяч в год. Это уже бизнес-проект. И вам будут присылать постоянно отчет, как себя чувствует ваш альпак. Как у него настроение. Вы можете сюда приезжать, обниматься и целоваться с ним сколько угодно. То есть вы на год берете под опеку какого-то из альпака? Да, это может сделать как частное лицо, так же и какая-нибудь организация. Да? И я хочу сказать, что у многих этих альпак уже есть опекуны. Друзья, ворачиваясь с нашей экскурсии на альпакомобиле, мы вышли прямо на парковке, где стоит наш автомобиль. Мы сегодня чудесно провели этот день. Надеемся, вам тоже понравилось с нами гулять. Да, и возможно, когда вы приедете в Сочи, то посетите эту экскурсию. Потому что Сочи – это не только пляжный отдых. Мы всегда об этом говорим. Ну и если этот выпуск вам понравился, возможно, он был немного сумбурный. Что-то мы не успели сказать, что планировали. Но это, возможно, еще и к лучшему. Вы сами приедете, и у вас все сложится свое мнение. Да. Прожимайте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И поделитесь этим видео с друзьями, если не сложно. Мы желаем вам, как всегда, крепчайшего здоровья, отличного настроения. Путешествуйте. Оно всегда того стоит. Увидимся в новых выпусках. Точно, друзья. Пока. Обязательно в новых на канале «Билет в мечту».